Поясните, пожалуйста, в связи с чем вы были доставлены в межмуниципальный отдел МВД России Ахтынской? 27 апреля я направлялся в селение Руту, город Махачкала. По дороге в районе селения Мусухчай я увидел девушку. Во сколько это происходило? Наверное, 17.00. Девушка мне очень понравилась. И у меня возникло желание выждать момент, когда она останется одна. Я вышел в машину и подошел к ней. И начал приставать к ней. Попросил, ответил отказом и начал отбиваться и кричать. А вы что сделали? Ну, я прикоснулся к груди. Она отбивалась. Потом, когда начала убегать, она у нее зацепилась юбка. Не знаю, за что она зацепилась, порвалась юбка. Она начала кричать: «Уйди, уйди». И в этот момент я оставил ее в покое, ушел, в машину сел и уехал. То есть вы сели к себе в машину? Да. И начали следовать своим путем? Да.